Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to do anything. Всем привет. Привет. Катя, привет. У меня новая камера. Мне ее подогнал Дима. Так. Мартыновс. Так, давай не будем тут пиарить людей, окей? Дима лучше наш Спанчо. Да, Спанчо. Блин, Юра, у тебя борода торчит. Юра, по-моему, побриться пора. Да? А что, у тебя еще торчит? То штаны торчат, скрыню видно. Короче, сыт не в том. У нас сегодня рыба опять, путасу, или патасу, как оно? Путасу. Путасу. У нас, как всегда, три торговые марки сегодня представлены. Первая торговая марка это Риос. За 35 грамм стоит 14,29. Потом морские за 20 грамм стоят 11,35. И мой рыбалка за 35 грамм стоит 20 гривен 29 копеек. То есть вот эти вот самые дорогие. Несмотря на то, что между этими и этими одинаковый вес, у них разница в 6 гривен. Мне рыбалка намного дороже, чем Риос. Они 20-29, а эти 14-29. 6 гривен, правильно? Правильно. Да, посмотрим по вкусу. Ну что, давай... сумма покупки 45 гривен 93 копеечки. Угу. Можно посмотреть. На этой камере должно быть уже круче видно. Она лучше, общем, это Sony. Хоть пиарить. Мне, честно говоря, на этот выпуск, мне тут очень важно камеру поставить. Первый будем пробовать Риос. Тут написано 35 грамм, но прикол в том, что они наклейки клеят, понимаете? Я не знаю, что это. Можем попробовать. Ага, она не отдирается. Сам прикол в том, что там было написано под низом «Тунец», понимаете? Под низом наклейки написано «Тунец», именно на упаковке. А сверху написано «Путасу сушена солена». Может, «Путасу» и «Тунец» это то же самое? Путасу, возможно. Это типа как эти, возможно, полосочки. Возможно, просто они наштамповали много упаковок, и чтобы зря не выкидывать деньги, они просто как бы... Ну, в общем, не важно. Главное у нас вкус, вес, качество и цена. Камера, это, кстати, нормально звучит. Блин, они тут такие длинные, а что так сюда, я сейчас покажу. Сказано 35 грамм. Ага. Давай. 38 грамм. Угу. Это нормально. Это вообще отлично. Но запах они, наверное, сейчас будут как, не знаю. Вонючая. Какая-то тухлая рыба чуть-чуть. Но прикол в том, что они длинные. Они по длине, по тиски. Как вся пачка. Все пачки, да. Маленькие. Угу. Нормально тараненькие. Маленькие. Хм, реально вкусно. Вообще, с чего вы делаете? С рыбы. Не, ну я понимаю, что это рыба. Какая часть это рыбы? Позвонок, что ли? Слушай, я даже не знаю. Зубы не поломай. Если знаете, с какой части рыбы делается эта рыбка, путасу, напишите, пожалуйста. Падло читать, да? Ну что, да, там мелкий шрифт, дофига написано «Пала». Филе шинковане долгими шматочками. Филе, видишь? Отлично. Дай еще одну. Иди. Чтобы распробовать окончательно. Ну, тут две сразу спаяны, извини. Поделись. Да.
спасибо. Ой, это мячика. Нет. Нормально, косточек нету. Не то, что бычки. Кстати. Были. Тут написано, выготовлено на замовлення екомаркета. Мы три продукции покупали в эко. Якщо это что, типа... Екостайл? Екостайл, походу. Екомаркет стайл, это Риос. Як я кто не знал. Ну, не факт. То да. Екомаркет, экономный супермаркет. Екомаркет, экономный супермаркет. Немцы придумали этот слоган. Ну, давай следующий. А сам не приготовляется Днепропетровске. Ну, так хорошо, давай. А что это не доела? Ну, пока взвесишь, давай. Ну, лучше хавать пока эту там параллельно. Короче, вторые у нас морские. Заявлено 20 грамм. Цена их 11.35. Здесь он победа. Чё, блядь? Сколько заявлено? 20? Угу. Ну, 21 нормально. Ну, так. Плюс-минус. Так уже 20. Воздух весил грамм, полграмма. 21. Нормально. Кать, давай быстрее взвесим еще те, просто проверим вес, потому что здесь камера, походу, садится батареями. Кто там? Рыбалка? Да. Давай. Заявлено 35 грамм. 38 37. Что-то держит камера не так до хера. Спанч, ты говорил, что до хера, что это вообще понт. Кстати, пахнет не лучше. Ну, эти пахнут более... Это морские, да? Угу. Подожди. Ты что, заигрываешь с камерой? Да. Ищешь кавалера туда? Сначала с кофейником, а потом с камерой. Кстати, это не такие соленые, это были более соленые. Это не сильно соленые. Кстати, Катя ревнует, чтобы я ревнула. Давай ты соберешься мыслями. В следующем выпуске скажу. Я соберусь и запишу, короче, нотатку себе и в следующем выпуске скажу. Крестик поставь на этом. На тебе? На этом. Третьему рыбалка, мы уже встретили, там 35 грамм, тут 37. Давай. Они самые дорогие. Путасу никто не обманывает. Пахнут они рыбой. Ну, эти, кстати, свежее всего пахнут. И они тоже по всей длине. Ага, свежее. Ну, пахнут. Разваливаются сразу. А, они те самые дорогие, да? Угу. Ну, кстати, хорошие, соленые. Не соленые? Соленые. Мне нормально, кстати. Это Sony HDR AS100V. Слушай, Патасу это, по-моему, так и рыба из Патасу. 300 баксов. Рыба стоит? Нет. Это. Не, мне это нравится больше всего. А, блядь, а, сука. Не тухайся. Извините. Вы, кстати, не обращайте внимания, что у меня стоит волос меняется. Он просто вымывается. Каждый день моют голову, каждый день вымываются волосы. Краска вымывается. Еще она любит краситься каждый день. Пока я сплю, ты красишься. Кстати, мы вместе не живем. До сих пор.
Потому что я трачу деньги на камеры, а не на квартиру. Да, не на Катю. Ну, такой я, блядь. На стабилизатор. Да, стабилизатор еще надо. Ну, что тебе больше понравилось? Здесь, ну, говорят, не все, как рыба, как рыба. Ну да, я на фаворита какого-то показал, что ты сверхъестественный. Ну, вот эти, они в одном, в одном весе. Но между этим и этим 6 жизней разница. То есть они одинаковые. Угу. Если хотите сэкономить, берите вот эти вот. Да, Комарки Рио Стайл. Ой, блядь, Риос. Как у Market Style. Что эти соленые, что эти соленые? Одинаково. Эти они умеренно соленые, они более такие менее, но прикол в том, что тут. Более такие менее. Соленые. Mm-hmm. Они раздроблены. Если тут идет палка вот здесь пакет, то тут они поломаны. Что лучше? Мне больше нравится палка весь пакет. Мне тоже палка на весь пакет нравится, но они как соломка. Они очень сильно соленые. Мне нравится рыба. Мне нравится любая. Сука. Мне нравится любая рыба. Сука. Блять. Ай. Ой, ты не пусти мне. Дай там. Ты мне рот порвала. Ты рот порвала. Сегодня еще утром. Ты мне рот порвал еще сегодня утром? Ты утром себе рот порвал бочкой. Ну все, увидимся завтра, короче. Всем пока. Я в кадре там, походу, не был. Я в кадре там, походу, не был, Кать. Ну, опять попрощайся. Ты думаешь, им интересно видеть мою тарталетку? Ну, ему вообще похер. Для них счастье, что меня в кадре не было. Ну, наконец-то. Этот дебил свалил. О, давай дальше. Короче, подписывайтесь на нас. Вот там, ну, делайте то, что там написано. Будет круто. А что там написано? Сюрприз! Где? Там. Бля, я хочу. Все, воды хочу.